В Якутске открылся обновленный центр управления кризисными ситуациями. В круглосуточном режиме в центре работает 10 человек, которые обрабатывают всю поступившую информацию. Как отметил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников, новый ЦУКС будет способствовать оперативному решению возникающих вопросов. В 2017 году по поручению руководителя региона Егора Борисова была произведена реконструкция административных помещений и модернизация технического оснащения на выделенные из республиканского бюджета средства в размере 5 миллионов рублей. В прошлом году Центр управления кризисных ситуаций Якутии занял первое место в смотр-конкурсе среди дальневосточных регионов. Кроме того, в этом году планируется ввести в работу единый номер 112, что также повысит безопасность жителей республики. ЦУКНС нам позволяет, во-первых, в постоянном режиме этот контролировать ситуацию по республике, не только в кризисных. Мы знаем, что у нас происходит на территории в течение круглых суток. Мне докладывают каждое утро. Есть у нас ситуационный центр, который находится в ДП-1. Ситуационный центр взаимосвязан с центром управления кризисных ситуаций. У нас в каждом районе создана единая диспетчерская служба, которая тоже имеет связь с ЦУКСом. Соответственно, наша задача, конечно же, принятие решения, чтобы было оперативное, быстрое и правильное.